2 глава, 8 стих. Здесь написано: «Всегда помни об Иисусе Христе, восставшем из мертвых отпрыске Давидовом. В этом заключается проповедь благовестия». Это сказал апостол Павел, он сказал Тимофею. И мне очень нравится этот отрывок, потому что он фокусирует нас на Иисусе Христе. Павел пишет здесь Тимофею, и Тимофей был духовным человеком. Если вы знаете, долгие годы он учился у Павла, он был личным учеником Павла, он был сначала молодым человеком, потом он рос, но он был таким молодым служителем. И он впоследствии вел церковь в городе Эфес, то есть он был молодым лидером церкви. И так интересно, что несмотря на то, что Тимофей был духовным человеком, Павел все равно счел нужным напомнить ему, что всегда очень важно помнить об Иисусе Христе, что это действительно важно. Я думаю, что кто-то из нас с вами давно верит в Бога, кто-то следует за Христом уже долгое продолжительное время, кто-то стал христианином недавно, кто-то, может быть, сейчас приходит, и его отношения с Богом только-только зарождаются. Но хочется сказать такую вещь, что в церкви наша основа – это Иисус Христос. И как Павел здесь говорит Тимофею, что всегда очень важно помнить об Иисусе Христе. Сегодняшнее наше собрание, сегодняшнее богослужение – это напоминание нам всем об Иисусе Христе. И очень хочется вдохновить нас всех, оставить все наши переживания, все, что у нас есть дома, может быть, ситуации с детьми, на работе, в школе, на учебе, и сфокусироваться на Иисусе Христе. Всегда помнить об Иисусе Христе. И сегодня мы получим ободрение из Библии. У нас будет замечательная проповедь от Андрея. У нас будет причащение, и наш брат Саша будет вести нас в причащении. И хочется попросить вас перевести сейчас все устройства в беззвучный режим.